Еврокомиссия выделяет 3 миллиарда евро на экстренные займы 10 европейским странам с целью смягчить тяжелейшие экономические последствия пандемии. В их число входят государства-кандидаты на вступление в ЕС, потенциальные кандидаты и просто соседние страны. Эти средства, называемые макрофинансовая помощь, предоставляются в основном в форме займов, на очень выгодных условиях и под низкие проценты. Как правило, они выплачиваются Центральному банку данной страны и используются правительством для стабилизации государственных финансов. Чтобы получить эти деньги, государства должны до того подписать кредитную программу с Международным валютным фондом и выполнить условия, например, гарантировать соблюдение прав человека, осуществить демократические, экономические и управленческие реформы и эффективно бороться с коррупцией.